Дорогие москвичи и гости столицы, я рад вас пригласить на свою лекцию, которая состоится 17 ноября в Сахаровском центре. Я давно не выступал в Москве и буду очень рад вас видеть. Состоится не только лекция, которая называется «Австрийская школа экономики. Спонтанные порядки как альтернатива государству», но и также состоится презентация моей новой книги, которая называется «Ретроспектива экономической мысли». Моя предыдущая книга «Наука о богатстве» стала, к моей радости, бестселлером, и я надеюсь, вам также понравится и новая книга «Ретроспектива экономической мысли». Поэтому буду вас рад видеть в Сахаровском центре 17 ноября с 14 до 18 часов. Состоится две мои лекции. Все это пройдет по адресу улица Земляной вал, дом 57, строение 6. Выставочный зал. Это мероприятие организовано совместно Центром Адама Смита и Институтом Хайека. Я не только расскажу вам о книге, но и расскажу о том, каким образом идеи Фридриха фон Хайека о спонтанном порядке позволят нам понять как то, как развивалась экономика в прошлом, так и то, как она может развиваться в будущем. Приходите!